Итак, несмотря на многие задержки, мы все-таки идем к гостям. Дорогие друзья, как пионерский спел. В процессе подготовки к данному мероприятию выяснилось, что я никудышный певец. И мы. Ведущий не очень, вообще никакой просто. Вот. Саксофонист так себе. Вот. В общем, все плохо. Планировалась совсем другая акция. Вот. И мое напутственное выступление начало превращаться в фарс вместо того, что хотели ребята. Вот. А мы не хотели фарса, типа. Так. Вот. Это действие не соответствовало тому светлому событию, которое сегодня происходит. Поэтому ответ на вопрос, что мне делать, он пришел случайно. И, в общем-то, я расскажу, как это было. Это интересно. Моим рабочим столом висит картина, которую нарисовала моя любимая женщина. И она подписана древним индийским изречением. Любовь не требует усилий. Сегодня мы собрались здесь на истинный праздник любви. И я позволил себе эту приветственную речь составить из некоторого количества ведических текстов Индии, воспевающих истинную любовь. Секунду. Да? Position number 45. Любовь – это стимул развития, который расширяет жизнь. Любовь – это начало путешествия, его конец и само путешествие. Путь любви – всюду и нигде. Нет места, куда бы мы могли пойти и не встретить любви. И нет места, которое вы могли бы покинуть, не оставив любви. Космос организован таким образом, чтобы давать рост и всегда направлен в сторону большей любви и счастья. Размышляйте над любовью каждый день. Проникнутые любовью размышления заставляют сердце расти. Не забывайте, все препятствия мы создаем сами из своей убежденности в нелюбви. Разум судит, что хорошо и плохо, а любовь приносит только хорошее. Пробейте через свои иллюзии, и вы обнаружите, что вы есть только любовь. Мечты сбываются, когда они спокойно хранятся в сердце каждого из нас. Высшее проявление любви – творчество. Создание семьи – тоже творчество. Не останавливайтесь. Вся реальность содержится в данном моменте. Настоящая любовь – здесь и сейчас. Все, что вы сумеете вспомнить и представить на будущее – это только тени любви. Если вы сумеете направить свое внимание на данный момент, вы будете видеть только любовь. В двойственности любовь приходит и уходит, а в единстве существует только любовь. А сейчас возьмите эти кольца. Сначала я. Картошку так, как я люблю ее сейчас. Я клянусь вовремя менять туалетную бумагу. Если вдруг последний этот, я поменяю. И я также клянусь, так же, как сейчас, всегда приходить, желать тебе спокойной ночи. Это обязательно. Ну
бумажки туалета я всегда выношу и так. Говори мне ты слова любви, дружбы и всего. И всего остального. Я понял, чтобы всегда любить. Я даже постараюсь полюбить. Вот он, Александр. И даже Bad Boys Blue. Я постараюсь готовить тебе жареную картошку. Я не люблю ее уже. Еще нет. Я поклялся. Я не могу. И не отвлекать тебя во время работы. Хорошо. Все. Любите друг друга. Берегите свою любовь. И помните, любовь не требует усилий. Аплодисменты.